Как ежики друг с другом общаются? Наташа, расскажите. У нас живут ежики. Девочки отдельно, мальчики отдельно. Если их вместе посадить, то получатся детки. Все просто. Вот это две девочки. Девочка альбинос, беленькая. И соль с перцем вот такая необыкновенная. Они очень дружно живут, они еще вот эти маленькие, им полгодика чуть больше. Они разного возраста, вот эта девочка старше, это младше, но они с удовольствием дружат, играются, бегают друг за другом. У нас стоит в клеточке каруселечка, и они с удовольствием на ней тренируются. А африканский ежик есть здесь? Здесь два карликовых, африканских. А, это африканские. Да, это карликовые. А еще какие есть породы? Это породы выведены, есть ушастые, есть лесные ежики. Mm-hmm. Лесные ежики впадают в спячку. Эти ежики не впадают в спячку, они ходят немножко сонные. Uh-huh. Ведут они ночной образ жизни. То есть мы ночью не спим, мы с ними играемся. И бегаем. То есть если вы думаете, что... Вы будете спать ночью, да? Соблюдайтесь. Ночью вы будете с ними играть, либо их нужно ставить в отдельное помещение. Тогда это облегчит их существование вместе с вами. В том помещении, где не слышно. Они топают, это не миф, но ежики топают. То есть ежики — это для тех, кто сова, да, по природе, да, человек. Да, это да. Вот для таких. В 9 часов они просыпаются, в день они спят. В 9 просыпаются, начинают бегать. Свет убила. Бегают очень интенсивно, очень шумно. Они, если они застряли в клеточке, так случается, они зовут своего хозяина, начинают пищать громко-громко и просят, чтобы их помогли. То есть они немножко разговаривают.